Добрый день, хочу поделиться замечательным событием в нашей жизни. А на последнем сеансе, который у нас был с Давидом, 11-й сеанс, Давид поговорил с Софией, вон она на заднем плане выглядывает. Давайте, я тут и ты тут. А, сказал, что говорить это легко, пусть не стесняются, если стесняются, пусть попробуют, когда никто не видит, и что, ну, вот звуки, они сами будут выходить, и что все очень просто, она справится, она может. А, после этого прошло совсем немного времени, и к нам зашла соседка, которая не знает о нашей проблеме, и ну, довольно долго у нас не была, месяца три. Вот, ну, я предложила чай, мы сели пить чай, Соня очень удивительно на нее отреагировала, она смотрела ей в глаза, она ее за руку вела, что-то показывала, она уселась ей на руки, перед ней стоял чай, она пила с ее чашки, она была полностью в контакте с этой моей подругой, которая, не подозревая ничего, почему я так удивленно на все это смотрю, то есть, ну, общалась с ней. Соня у нас не говорящая вообще, и в этот же день она показала пальцем на компот, стоящий в чашке, посмотрела на тетю Наташу четко в глаза и сказала: «Компот». Это была капот, но это был точно компот. Без сомнений. Вот такое вот чудо у нас произошло. Поэтому мы очень благодарны за это Давиду, за это чудо. Мы верим, что это только начало. Всем желаю огромных успехов в том же духе. Удачи, всем здоровья.